Продолжаются мероприятия, приуроченные к прошедшему накануне Международному дню инвалида. Так, в одном из банкетных залов Махачкалы собрали детей с ограниченными возможностями из разных социальных учреждений. Встречу организовал благотворительный фонд «Инсан». Около 500 детей окунулись в атмосферу праздника и почувствовали радость торжества. Зумруд Гамидова с подробностями. У благотворительного фонда «Инсан» сложилось уже немало добрых традиций. Одна из таких – устраивать праздник для детей-инвалидов. Ведь особые дети требуют особого отношения. Сотрудники фонда стараются оказывать помощь своим подопечным. И это мероприятие, уверены организаторы, поможет внести в их жизнь немного ярких красок и положительных эмоций. Сегодня мы ее организовали с целью, чтобы как-то порадовать этих детей, вывести из обычной колеи их нелегкой жизни. Помимо этого, мы в течение всего года посещаем центры, где находятся эти дети, посещаем отделения, где находятся эти дети, и стараемся как бы в неочередное время тоже посещать и радовать этих детей. Маленьких гостей ожидали праздничные угощения, анимационное шоу и концерт с участием юных талантов. Носитель вестей и знамений Мухаммад, алейхиссалям. За накрытыми столами царила теплая, уютная атмосфера. Исполнялись нашиды. Детишки с удовольствием подпевали, танцевали и радовались. Улыбки, визги, смех – все это нечастое явление у ребят, которые считаются не такими, как все. Ведь большую часть времени многие из них проводят в больнице. Знаете, очень шикарно, я так потрясен, удивлен. Очень красиво все. Большое спасибо всем. Я очень благодарен этому мероприятию. Все очень красиво, мне очень понравилось. Мне очень понравилось это мероприятие за вкусняшки, за такие стихотворения, песни. Мероприятие своим присутствием почтил и муфтий республики шейх Ахмад Афанди, который уделяет большое внимание проблемам детей с ограниченными возможностями. Фонд «Инсан» при попечительстве муфтията регулярно проводит акции в их поддержку. Не остаются в стороне от проблем инвалидов и городские власти. Я хотел бы поздравить сегодня здесь детей, которые собрались с днем наиболее сильных людей, наиболее сильных детей. Потому что именно такими я считаю их. Они намного сильнее нас и намного способнее нас получается. И я хотел бы поздравить их с их днем и поблагодарить их. В свою очередь приглашенные на мероприятие высказали слова благодарности фонду «Инсан» и всем организаторам за такое яркое и запоминающееся мероприятие. Я вот здесь вот сидела, смотрела вокруг. Я не могла слезы сдержать. Вот такое внимание к детям таким, это много вас стоит, как говорится. Большое спасибо устроителям такого праздника для детей, значит, благотворительному фонду «Инсан». Забыв о своих проблемах со здоровьем хотя бы на время, многие смогли окунуться в атмосферу игры и радости. Ну и какой же праздник без подарков? Все дети получили пакеты со сладостями. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.